Ветеранам Великой Отечественной войны вручили подарочные наборы в честь Дня народного единства. Списки ветеранов и участников войны были предоставлены Министерством социального развития и труда Камчатского края. Будут развезены наборы порядка 80 человек, получат, значит, эти наборы. И 20 волонтеров штаба «Мы вместе» участвуют в формировании, участвовали в формировании продуктовых наборов и в их развозе будут участвовать. Ветераны радушно встречали гостей, рассказывали о своей жизни и делились воспоминаниями. Вот там. Это мы, волонтеры. К сожалению, нам нельзя заходить в помещение. Простите. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Наборчик ваш. Ага. Спасибо большое. Волонтеры рассказали, почему они помогают людям. Вообще мы продуктовые наборы разводим достаточно давно. И разводим именно что пожилым людям, там, многодетным семьям, малоимущим и все остальное. Это отчасти приносит удовольствие просто от того, что люди могут сказать тебе спасибо. Ну, вообще волонтерским деятельностью занимаюсь с 4 класса. Ну, не знаю, меня просто движет. Сердце большое, доброе. Ну, у меня, получается, весь дом бабушек. Я единственная, можно сказать, девочка в подъезде во всем, да и в доме тоже. Ну, именно подросток. И как-то так получилось, что именно с детства им всегда помогала, потом поняла, что это мое, я хочу вступить в организацию. И вот потом попала в молодежь КНФ, и сейчас вот помогаю гораздо больше, чем когда-то могла. Более 80 ветеранов Великой Отечественной войны в честь Дня народного единства получили подарочные наборы, в составе которых кондитерские изделия, колбаса, молочные продукты, консервированные овощи, крупы и свежемороженая рыба. В сборе наборов помощь оказали крупные торговые сети и рыбопромышленные предприятия региона.